Вважаєте, журналісти, це не наші зарплати. Вся страна вважає, що ви отримуєте 30 тисяч. Це були премії за март, апрель, май, июнь. Даже були ви такі долги за март? Нет, нет. Да? Апрель, май, июнь. Плюс все, что сказали. У нас 25 тысяч за полторы ставки с категории выше. Это я получаю. Вы же знаете. На эти смешные деньги квартиры нет. Дети, значит, без квартиры, машину не купить, одеться по-человечески не оденешься. Значит, надо идти куда-то зарабатывать, в другие места деньги. Понимаете? И кто придет детей учить? Ну, смотрите, вот 19, да, плюс классное руководство у меня, около 21 тысячи больших. Вот моя зарплата за 26 часов, это почти полторы ставки. Высшая категория, тетради, у вас руководства нет.